Большой зал комплекса «Виктория», где свои грандиозные победы не раз демонстрировала гандбольная команда мирового уровня «Брестские мешковцы», в эти дни стал площадкой первых успехов будущих звезд белорусского спорта. Юные гандболисты приехали в областной центр из разных уголков страны. Всех этих ребят объединяет искреннее желание победить и доказать, что их региональная школа сильная и современная. Есть команда людей, которые с ними работают, есть команда людей, которые организуют им это мероприятие. Наверное, можно сказать о том, что вот как раз вот эти вот все составляющие и приводят к тому, что они просто получают удовольствие от своего любимого, скажем так, вида спорта. Каждый ребенок может себя реализовать, показать, заложить свое будущее для того, чтобы в будущем стать настоящим большим спортсменом. В Беларуси созданы все условия, залы, необходимые для того, чтобы они проходили на высоком профессиональном уровне. Поэтому я думаю, что для детей это прежде всего их первый опыт. Сразу после торжественного открытия на игровую площадку вышли хозяева турнира. Им предстоял поединок с детской командой из Витебска. Уже на первых минутах брещане продемонстрировали слаженность действий. Мяч на половине соперника оказывался каждые несколько минут. Предшествовали этой игре еще три встречи, в которых высокие результаты показали брещане и столичная гандбольная команда. Я считаю, что мы сыграли неплохо, но могли бы лучше. В первом тайме, мы показали себя не очень, но во втором начали уже играть лучше намного. Я надеюсь, что дальше мы тоже будем выигрывать все команды и займем первое место в группе. Финальные игры между лидерами двух предыдущих дней пройдут уже завтра. Тогда же страна узнает имя победителей и лидеров своей возрастной группы.